И снова здравствуйте. Мы на Азовском море, село Каменское, Республика Крым. Девять часов утра. Сезон заканчивается. Уже где-то 32 тепла плюс. Внучка ныряет с бабушкой. Остатки пристани, две рыбцы хохированные. Кладбище. Вчера шторм был, много травы выкинуло. Море какой-то мутняк, блин. И вода немножко похолодела, градуса 24, может 25. Да, чувствуется окончание лета. Скоро начнем зимовать. А ну как дельфинчик. Пусть поныряет, как дельфинчик. Ну нырни один раз.